Здравствуйте, девушки дорогие! В прямом эфире я сегодня не просто так. Сегодня у нас розыгрыш бесплатного участия в проекте «Женское здоровье и процветание». Кто выполнил условия под последним постом, тот и участвует. Очень много комментариев, и вот последние сейчас догружаются. И начнем с вами. Вы пока подтягивайтесь, собирайтесь, всем, кому интересно выиграть. Сегодня у нас разыгрывается не одно участие, я вас могу обрадовать. Сегодня мы будем три варианта участия: здоровье, гармония и процветание. У нас три человека выиграет, так что шансы у вас увеличиваются. Угу. Все, кажется, готово. Сейчас на другом телефоне загрузила все комментарии. И сейчас будем розыгрыш проводить. Вообще, курс я этот давно планировала, давно он у меня зрел. Когда-то, несколько лет назад, я проводила курс восстановления женской гормональной системы, но он был не такой масштабный, не такой большой. И тогда уже женщины говорили, что очень круто откликнулось тело, прям так вот хорошо было. И я понимала, что эти знания, которые несли в себе курс, они действительно очень важны для женщин, особенно ценны для женщин, которые занимаются восстановлением своего здоровья. Все, готово. Поэтому этот курс, он, конечно, включает в себя и психосоматику, и глубокие практики мандал-терапии. Мы будем петь с Аней Ле, мы будем танцевать в танцевальных моих уроках. Прям столько важного. Рацион питания обязательно надо разбирать. Только что снимала лекцию по составляющим женского процветания. Какие вот этапы, вернее, нет, не этапы, а какие бусинки на вашем ожерелье могут быть. Все, ура! Давайте, сейчас я вам все переключу. Что? Давайте начинаем. Все, кто выполнил условия под последним постом, сейчас имеют право выиграть бесплатное участие в курсе, такому вот удивительному от души, от сердца, женское здоровье и процветание. Первый вариант мы разыгрываем. Доступ к программе в потоке здоровья, то есть все, что касается оздоровления, женского здоровья. Следующий этап – гармония, все, что касается женской души, раскрытия, вот, творческого потока в нашем курсе. И процветание содержит в себе и одно, и другое. Начали? Давайте. Все комментарии в самом низу я нахожусь, поэтому буду листать наверх. Готовы? Комментарий к посту, буду туда и обратно вертеться, поэтому не переживайте, если вы в конце. Очень часто я дохожу до конца и останавливаюсь там, где есть. Ну что, поехали. Здоровье. Где случайным образом остановлюсь, тот и выиграл. Топ! Кто это у нас? Ага. Мария. Мария. Я вас поздравляю, Мария, вы выигрываете. Я проверю все, кто выиграл. Так. Все, кто выполнил условия, мне нужно проверить. Но на всякий случай я вас уже поздравляю, очень радуюсь за вас. Вы выигрываете вариант участия в курсе «Женское здоровье и процветание», вариант участия здоровья. Поехали дальше. Кто гармонию у нас выигрывает? Вариант участия гармонии. Давайте в другую сторону пойдем, чтобы было честно. Ай. Раз, два, в одну сторону, в другую, оп. Евгения, это вы. Я на вас попала. Ура! Евгения, ваше участие в курсе, это у нас гармония. Ваш пакет гармония. Тоже проверю, все ли выполнили условия. Ну и что, давайте процветание. Кто выигрывает у нас процветание курс? В одну сторону, в другую. Еще сюда. Ну. Очень много сообщений. Поэтому листаю, листаю, листаю. Ай, листаю, листаю. Еще сюда. Стоп. Зизель. Зизель, это вы. Да? Да, вы, на вас попала, на вас остановилась. Ура, я вас тоже поздравляю. Вы выигрываете курс потоки процветания.
процветание. Да, это и здоровье, и гармония, которая включает в себя. Ура! Я вас поздравляю, девушки, всех, кто выиграл. Радуюсь за вас и на вас большая ответственность. Вы понимаете, да? Все, кто участвует бесплатно в проектах, я особенно жду обратной связи от этих людей, потому что мне важно, что вы вот этот шанс воспользуетесь этим шансом. Потому что если у вас сейчас не получается не получается участвовать, лучше свой выигрыш отдайте кому-то. А я вам вышлю курс в записи, когда он будет. Так будет честно, так будет возможность у другого человека вот получить этот курс. Хорошо? А если вы будете участвовать, то, конечно, собой, внимание к себе в первую очередь и искренности с собой. Я вас всех обнимаю, жду начала курса, рада, что вы тут, рада, что вы участвуете. И все, кто сегодня, да, напоминаю, сегодня последний льготный день, самая низкая цена, все, кто хочет участвовать, вы можете подключиться, не переживайте, не грустите, если вы не выиграли. Порадуйтесь за других, да, это тоже ваша радость за других приближает вас к тому